Респект, брат. А тем временем у нас с ФНГ здесь Гилгера напрягает. Батарейки что еще работают, но он скрипом пытается Гилгеру урон разделить. Разделяет. Кончается сейчас батарейки. Тычку еще сделать можно, фласку сбить хотя бы и умереть, так понимаю, ФНГ. Или он все-таки ФБ заберет, не знаю. Умирает. ФБ нет его, кстати. На двоих разделили это убийство. Ага, ФНГ выходит на линию. Тут Гилгер. А, ну я понимаю. Понимаю, Гилгер, конечно, хорош. Слушай, прям пошел на Леончике такой. Сейчас бы на Леончике в Клокверка пойти, да? Да, понимаю. Супер спокойно в этой игре все. Так, Ника Бэби у нас что? Стампидик врывается в Ника Бэби, получает стан. Дабл Эйдж, замечательно. Прыгает Эйсу, да, есть хексик. По Ника Бэби кастуется поляна. Там коги шикарные, батарейки работают. Возможно, даже выживет Ника Бэби. Он выживает пока. Палец, нет, не выжил, но в итоге размен получается. И даже в плюс выходит небольшой альянс. Потому что могут уже цеплять. Расмус, арена, копье, декрепифай, лайфдрейн. Ну и доберут его. Лимб делает уже, кстати говоря, киллингспри, ребят. Хукшотик подходит сюда, у нас Гилгер подставляется. Гилгер без шансов здесь. Возможно, на ФНГ получится разменяться. ФНГ, да, получается разменяться. Копье есть с одной стороны, с другой стороны два героя остается. Так, на Эйса пошли. Эйс XFO достанет, он должен достать, он достает. SFO есть, копье стампит, который спасает жизнь Эйсу. Начинает Эйс разворачиваться, топориков здесь нету никаких. Эйс прыгает, не пойму, хочет он или не хочет. Приходит сюда Тоф, у него есть голем. Да, голем он спускает по лимпу, сбивает каст лайфдрейна. Ханскин зажат сейчас в кустах, и его тут не отпустят никуда. Погоня за лимпом, но погоня всего лишь голема. Так, лимп. Ой, какой копье, а, в полете. Но лимп, блядь, тоже. А Тофу, кстати, Тофу его забирает. Да. Но в любом случае, спасибо тебе большое за еще один донатик. И за продолжение этой истории прекрасной. Хукшот. Поймали Штормштормера. Есть арена, есть копье. Цепляю Штормштормера. Больно ему, и он умирает. Прекрасный килл. Вы зафокусили Гилгера. Есть соумбайнет. Можно ли продолжать? Можно. Инксвельчик достанет сейчас. Прод плотных стофу такой. Блаз, нет, показалось, ни хрена не плотная. И Тофу выживает. Есть стампит, кастуется поляна, стампит. В итоге кончается, поляна радиус кончается, выходит за этот радиус Эйс. Не зарядился он об ФНГ, бандл страйка у него нету. И Эйс сюда уйдет. Не, не успеет. Хорош. Хелберы, хорошая Эгис для Штормштормера, конечно, здесь. Здорово, Азиз, приветики. Азиз, приветствую, полетела арена, есть контакт, палец дали в СФО, но СФО очень долго-долго живет, благодаря, конечно, лимпу, умер Ханскин только пока что, и теперь минус СФО, интересно, Штормштормер минус Аегис, так, ну видите, да, без БКБ темпларка просто умирает, Расмуса есть блинк, можно врываться, но все высыпнут, альянсы ушли. Тут что, тут файт, минус Штормштормер. Так, Штормштормер сейчас подставился. Вообще не нужна смерть была от него. Хукшотик хороший в Тофу. Туда Коги. Отзонил его. Форстафается Тофу. Недолго он поживет здесь, потому что Ханскин сделает даблкил. Хорош Ханскин. Прыгает из фон, но Эйс уже отсюда ушел давным-давно. Так, будет ли деф? Да, деф будет. Смотри, полетел ФНГ на инксвельчике. Штормштормер зажимает. Есть саленс. Ой, хорошо, фокусят. Ой, хорошо. Ой, хорошо, как зафокусили они его. Еще и Гилгера поймали сейчас. И Эйс там на краешке стоит сейчас. Ну, вынужден отойти. Мистер Снэйкс за ним пролетает. Здорово, говорит, Ника Бэби. Ника Бэби минус Эйс. Забирает Расмуса. Минус 4. До свидания, просто Хелберы. И минус Тофу. Тимвайп. Главное, знаешь, сказать саму себе, честно. Вот это самое важное. И видно, что выводы они сделали. Так, тут зажали, кстати, Эйс. Тофу спасается, но Форстаф он тратит на себя, не на Эйса. И Эйс стоит один, минус Эйс. Падает Эйс, полетела арена, копье. Тофу должен будет догореть. Должно урона хватать здесь. Падает Тофу, ну а Ника Бэби у нас уже бьет тирдова всю. Без скадим. 2500 хп. Угу. Хукшот, палец, все, врывается в Расмуса. Здравствуйте.
есть копье. Расмус нужно быть осторожнее. В итоге наваливает Ника Бэби. Ника Бэби просто двух героев сейчас растерзал. Там где-то у нас рассыпал. Короче, минус 3 сделал Ника Бэби. Ну, дерутся Шторм Штормер и Эйс. Лимп на себя декрипифай. Просто выйдет из этого радиуса арены. И все. Еще раз декрипифай на себя. И лайф дрейн. Соси, соси, соси из него жизненные соки. Забирает Эйса. Ханскин вызывает. GG. Да. 1-0, 25 минут вообще без вопросов. То есть вопросов 0. Просто, четко и легко. Начинается у нас вторая карта Hellberry Alliance. Конечно, всем приятного просмотра. Я желаю тут... Эй, ничего, этот может тоже сняться. Так что СФО аккуратненько. Он леса может фармить. Так он сейчас... Неправильно просто он действует. Может умереть, у него СФО появляется, но он умрет. Да, ошибается, СФО глубоко ходит. Непонятно куда, зачем, почему он туда идет. Так. На Гилгера разгончик полетел, выходит сюда СФО. Ой, лимп. Извиняюсь, Расмус. Хватит ли по Расмусу урону? Крашит он тычку, да, хватает. Ну, сделали наконец-таки полезное действие. Какой-то альянс получилось сделать убийство. Я не понимаю. За что? Так, там у нас тем Тофу наказали. Минус Тофу, зажали его альянсы. Тут есть оружие сильнейшее. Я расскажу потом какое. У нас Ханскин продолжает суицидиться. Хотя, подожди, подходит лимп. Тут интересно. Айхиксулька, пятибалочка. Арену надо дать бы. Расмус успевает прожать Рулин Тандер. Айсбластик, здорово. В итоге минус Шторм Штормер. Расмус гоняется. Но у него будет сейчас свечбак, вот так что он может спокойно отсюда отойти, да. Альянсы. Айсбласт. Сейчас может красиво быть. Сейчас может быть очень красиво. Айсбласт спанул. Арена копье. Стонгейс. Стонгейс маны не хватает нажать. Есть стики, но это уже его не спасет. Все. Так, тут что у нас? Там напали на Ханскина. Ханскин. Подкоп не достает. В итоге Ханскин пока что выживает. В итоге лимп, есть контакт. Гилгер больно Гилгеру. Интересно, догорит ли он. Иллюзии решают. Да, иллюзии СФО решают. Минус Гилгер. Догорает он. Полетел процесс. Хелберы аккуратненько стоят очень пока. Ну, альянсы так прям, знаешь, прям так плотно стоят. Да, полетел сюда Расму сразу. Альянсы нужно стать чуть пошире, более широкие ряды, что ли. Помню, свежих Тофу поймал. Астральчик шикарный. Айсбласт арена. Айсбласт попадает в Шторм Штормера. Шторм Штормер должен будет оставаться. Нажимает Стонгейс. Была хорошая стенка. Там была иллюзия Медузы, которая очень мало пожила. В итоге размен 1-1 в пользу альянса. Бьет дальше Расмуса. Ника Бэби. Тычку сделать. Кончается Айсбласт. Думал, он сейчас лопнет. Нет, не лопается он. Айс маны мало. Стонгейса нету. Получил копье шикарное. И он сейчас еще и примерзнет. Он должен будет примерзнуть. Его отзонили. Все. Он отзонен. Бьют его, вешается Living Armor, Boy Fury не прощает, минус Ace, все. Ace Таверну, это уже 10-4, но альянсы просто на скиллухе. Куда Ханскин? Ханскин на топ побежал. Шторм Штормер, в итоге Ice Blast прилетает, не в тему. А, попал. Ну, попал краешком, попал все равно. Клипс на Шторм Штормер, кстати говоря. Но его не убьют, что ли? Он не лопнет? Нет, он не лопнул, прекрасно. Еще и Ханскина могут найти. Сейчас Ханскин пробежал, кстати, мимо прям колобочка этого свечбакл, астральчику. Ну, это Ханскин, кстати. Это бульдозер есть. Он не умрет, просто так нужно добивать, да. Там Гилгера миду убили. Получил килл на 100 здесь. ФНГ получил килл. Ну. Увидели Тофу. Тофу корни даже нажимает. Смотри, ну там будет Фьюри, бульдозер нажимает. Минус Тофом. А, хорошее еще одно убийство. Killing Spree получает Ника Бэби. 3-0-3 у пацана. Когда хороший. Когда у Ника Бэби. Ну что, альянс у нас. Альянсы пока работают по Тердин вышечке. СФО полетел на ботом. Кстати, там у нас ставится арена. Шторм Штормер шваркает. Замечательно. Минус Расмус. И Шторм Штормер остается тоже один. Там еще иллюзии отобьет. Две иллюзии били. Минус 3 получается с тем убийством Тофу по всей карте. Слушай, опять копье какое-то, опять айсбласт. Гилгер айсбласт, кстати, не поймал. В итоге он будет жить, палец выдает. Но не получается. И у меня суэшек, и у меня суэшек. Но урона хватает только по Тофу здесь. Ника Бэби пока уходит на бойфере. Туда укатывается, нормасик. И все.
да? А он не отправлялся, и ты несколько раз, ну, 16 раз, получается, ну, перепечатал, короче, одно и то же сообщение. Я думал, у тебя такая ситуация была. Миш, тебе жалко стало. Кстати, гикер сейчас лопнет, по идее. Че, не лопнет, что ли? А че он не лопается? Что такое? Так. А тут сейчас драка будет. Ну шо, есть, есть врыв на Эйса. Эйса далеко очень отзонили. Лимп в итоге по КБшке стоит. Там есть иллюзия Медузы. Медуза рассыпается. Молодец. Гилгер какой хороший. Вакуум был на ТСФО. В итоге полетели Мистик Снейки. Нажимает Стонгейс. Нужно просто отбежать от этой Медузы. Там кто у нас? Ника Бэби отзонили, кстати говоря. Два Егис имеется. Шварка и ТД. В итоге палец не выдалил. И он не умер. Что самое интересное. Он живет еще. Гилгер, Гилгер догорает. Что с Эйсом? Эйс, кстати, живее всех живых. Не хватает здесь Ника Бэби. Выкупает саппорт Хелбер Смешерса. Значит, нужно уходить. Был эфире, нет, тут же Гернаут. Пытается он что-то меня убить. Не убивает. 70 хп остается. Тычку сделать по крипу, чтобы мол не вылетели. Не сделает он этого. Слышу, слышу. Расмус полетел. У него роллап уже есть. Ой, красиво. Ой, красотища. Падает Гилгера из Бласта. Получили вакуум. Дали под иллюзии. Иллюзии работают эти. Да, бьют больно очень. Но пока урона не хватает по Эйсу. Нужно бить его. Вот он, Омнислэш. Все. Эйс под фокусом. И Омнислэш работает только по одному Эйсу. Минус 3, минус 4. Рассыпаются Хелберы. Там кого-то Шторштормер с собой пытается забрать. Но это Team Vibes, команда Alliance. Все три основные позиции выжили. Ни одной игры они не выиграли. То есть... Карты забрали, но именно серию ни одну не выиграли они. 0-7 у Хелберов. Ну, значит, пока рановато. Значит, пока рановато, ребят, им играть в первом дивизионе. Альянсы у нас первое место занимают. 6-1 у Альянсов. 13-7 по картам. Выиграли Секретов, Нигму, Ликвид, OG, Тундру, Хелберов и Брейму проиграли. Ну, а Хелберы проиграли всем. Вот так получается.